Такая маленькая, а уже в атмосфере творчества. Самый гуще событий фестиваля юношеских СМИ – «Волжские встречи». Он проходит в Чебоксарах уже 30 лет. Как будто выключается выключатель. Включаемся в работу под руководством актера Егора Сальникова. И вот уже через 10 минут все умеют делать театральные пощечины. Пробуем. Угу. Отлично. А тут пострадавшая от пулевого ранения, а это значит прошел мастер-класс по гриму. Художник по гриму, он умеет делать исторические прически, портретный грим. Зачем тебе такие большие уши, чтобы журналистов лучше слышать? Смешно. Да, шутка смешная. Ну, в принципе, чисто личная, то есть по моим увлечениям. А так, как я поняла, за несколько дней волжских встреч ко мне чаще подходят и спрашивают интервью. Фестиваль собирает самых творческих ребят со всей страны. Они снимают фильмы, репортажи, выпускают газеты, делятся друг с другом опытом и курьезными ситуациями. Наш корреспондент, когда хочет найти людей для интервью, она бежит на него, как на добычу, налетает и говорит: «Ребята, нам нужна ваша помощь, пожалуйста, ответьте». И все так ее пугаются, это очень смешно со стороны. Оператор едет, и он понимает, что он едет дальше, куда нужно, и заваливается абсолютно, с камерой абсолютно, с кинокамерой, с тяжеленной, со штативом, со всеми делами. Вот, ну, слава богу, золотая рыбка уже тогда работала, и объектив не разбился, но он был в шаге от краха. На волжских встречах проходит конкурс фильмов, снятых прямо во время фестиваля. Мы, ученики медиа-центра «Куча Мала», в этом году экспериментировали, смешивали жанры и получили гран-при. Заинтриговала? Тогда набирайте в Ютубе название фильма «Девчонка, которая никогда не влюблялась». Я познакомилась с многими интересными людьми, несколько знаменитостей, можно так сказать, встретила и просто подружилась. Учитесь, родненькие вы наши. Занимайтесь, что вы не сидите дома, в носу ковыряетесь, или, я не знаю, там мечтаете о машине, понимаете? Что вы делом занимаетесь. Вам удачи! И пусть это любимое дело снова соберет нас вместе на Волжском берегу. Но мы верность храним своему фестивалю.